Мы сейчас приехали в усадьбу Мерджери Пост. Сегодня у нас тепло, нет ветра. На прошлой неделе было так холодно. Мы приехали на русский фестиваль, но он был на прошлой неделе. Мы его проспали. Поэтому просто погуляем. Начнем обзор с обратной стороны. Мы решили прогуляться. У нее здесь баня стоит. Здесь диадема Тиара, 1830 год. Принадлежала принцессе Анне Монике. Серьги с бриллиантами. Принадлежали королеве Марии Антуанетте. Ожерелье с бриллиантами, которое Наполеон I подарил Марии Луизе. Ожерелье, серьги принадлежали России, княгине Олденбург. Брошь Франция, 19 век. Ожерелье, серьги Наполеон I подарил своей жене Марии Луизе. Вау, вот этот набор мне нравится. Вывезено из Индии. Ожерелье, серьги. Это бриллианты и жемчужины. Приобретение Мерджери Пост. 1966 год. Брошь Картье. Не получается фотографироваться. Даймонд, платина. Изумруды. Браслеты. У тебя кошка слышит? Нет, я на видео снимаю. Ты выключив эту вспышку. Еще одна брошь. Еще один набор. Париж, 1939 год. Вывезена в период Великой депрессии. О май гаш. Это все бриллианты. Картье, 1937 год. Мадам носила настоящие тиары. Так она выглядела. А это бриллианты. Приехали посмотреть
украшение из бриллиантов. Выбрала себе подарок на Крисмас? Вот ее основной дом. Бэк-ярд. В этой усадьбе. И здесь можно летом спускаться. Здесь сад есть японский. С этой стороны, но сейчас он закрыт, потому что зима, фонтаны, японские деревья. И небольшой такой ручеек есть, но сейчас здесь нельзя гулять зимой. Только пройтись по дорожкам можно. Жалко, что они там закрыли, конечно, там такая красота внизу. Мы здесь гуляли, когда были первый раз, очень красиво. Но сегодня нет хотя бы ветра. Можно пройтись спокойно. Портрет Екатерины II. Николая II. Здесь собраны все артефакты из России, которые были вывезены после революции. So C.W. Post created Postum, which was the foundation of the Post Food Company. He would have some objects that are not French. You have the four Dutch hunting scenes, and you also have this incredible table, which is covered right now. But I'm going to tell you about it because there is a leaf down there, and we will talk about it in just a minute. I stipulated in her room and in her will that this was supposed to come up here from Mar-a-Lago, which was her winter home. This table was designed by the architect, a single aspect of the dinner, working with her staff. She chose the linens, the porcelain, the glassware, and the menu, because heaven forbid you should come to... No, that is part of Rome, crystal of the room where Marjorie Post died in 1973. She was 86 years old. As you see, she really did love French furniture, and she loved the color pink. So let me tell you now about her husbands. Her first husband was Ed Close, and she had two daughters with him. Гардеробная на неделю. Гардеробная на неделю. И одежда не одна. За один век. А здесь для юбок? Каждого? Это для юбок. Это для юбок. То было для платья, так и для юбок и для шляп. Здорово. А, и она кастом-мейд машину, у нее лимузин, она не хотела шляпки снимать, ей сделали машины на 7 инчей выше. Выше, чем на заказ. А ты не запомнила, что за компания у нее была? Чем они занимались? Пост, Сириалс. А, Сириалс? Пост, видишь, и у нее Hellmann's Mayonnaise and General Foods, все ее, и это Dort Eye Frozen, и чёрт-пузи, половина джайнс. Гостевая комната. На фильме Самонова с австрийскими гусарами. Точно кинотеатр, да, на втором этаже, сидушки здесь. Графиня Самойлова с гусарами, точно. Знаменитый портрет во всех учебниках.
Ты нашла, да? Это красиво, да? Очень там элегант. No, no, those were kind of, I don't believe that. I think those, there was a very status thing.